Летом в библиотеках Самары пройдут разные по формату и тематике мероприятия. Как можно стать участниками этих проектов? Что интересного подготовили библиотеки Самары для детей и взрослых? Подробнее о проектах поговорим в программе «Город С» с 7 июля в 18:15. Гости в студии Оксана Носыч, главный библиотекарь библиотеки номер 5 СМИПС Самара, и Татьяна Лупинос, заведующая филиалом библиотеки номер 9 СМИПС Самара.